Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать о проекте Punk Panda. Что же в нем будет интересно? 1 ноября выйдет приложение. Преимущество этого проекта, самое главное, без каких-либо инвестиций, то есть это не high risk. Вы можете получать, просто скачав приложение, получать криптовалюту. Каждые 30 минут будет ловиться блок и на тех людей, кто скачал это приложение, будет распределяться криптовалюта PPM. И в дальнейшем видео, дальше я расскажу в презентации маркетинг, функционал и преимущества этого проекта. Погнали! И начнем мы с того, что вспомним, да, что Facebook когда-то купил WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Сервис обмена файлов Dropbox оценивается сейчас в 10 миллиардов долларов. Zoom оценивается сейчас в 98 миллиардов долларов. Да, такие цены сумасшедшие. Чтобы вы понимали, Punk Panda хочет совместить в себя все эти сервисы в один проект. Только сделать его еще на блокчейне. И пользуясь этим проектом Punk Panda, вы можете получать еще криптовалюту абсолютно бесплатно. Но это ж круто, ребят. Это очень круто. Безопасность мессенджеров, юзеров, которые будут пользоваться Punk Panda, заключается в том, что когда-то вы сталкивались, что в ВК или в Инстаграме вы что-то сказали, и тут же вылазила какая-то реклама. Здесь, в этом проекте, такого не будет. Также тут очень хорошее шифрование ваших личных данных, фотографий, переписок. То есть можете не беспокоиться насчет того, что вас кто-то взломает или вас кто-то прочитает, найдет вашу личную фотографию, я не знаю, там какие-то интимные фотографии. Так что вы можете спокойно пользоваться вот этим мессенджером Punk Panda. Очень круто. Они тут представляют свой проект. В этом слайде они повторяют насчет безопасности, что у них безопасность на военном уровне. Говорят, что совершенно бесплатно вы получаете вознаграждение несколько раз в день. Точнее, каждые 30 минут вы получаете вознаграждение. И чем вы больше делитесь своим друзьям, чем вы больше зарабатываете свои деньги. В этом слайде они как раз таки показывают, что каждые 30 минут вы получаете токены. Вам для этого надо использовать приложение, делиться приложением, и вы забираете свои токены. Всего хотят они выпустить 275 миллионов токенов. Называться они будут PPM. Вчера прошел листинг среди сообщества, цена начиналась с 10 центов. Самое удобство, что вы можете легко со своего смартфона зарабатывать деньги, скачав приложение Punk Panda. Также можно стейкать монеты. График поставки монет 15 лет. То есть в течение 15 лет они будут выпускать монеты. В этом слайде мы можем увидеть распределение токенов. Как я вам на прошлом слайде сказал, 275 миллионов всего будет поставка этих токенов. Дальше 65 миллионов будет распределяться на несколько вариантов. То есть инкубаторы 25 миллионов. Предпродажа токена, что вчера прошел листинг этой монеты, будет маркетинг, аирдропы, награды кидаться и в пулу ликвидности. 32 миллиона основателей и команды, и 8 миллионов на соавтора-основателя. И остальная часть токенов будет в течение 15 лет распределяться среди пользователей. И остальную часть вы будете добывать, скачав приложение Punk Panda. В этом графике представлены, сколько по количеству лет будет вдуваться за блок, какой тайминг будет и распределение этого блока. Смотрите, первый год нам за блок будет вдуваться 2100 монет каждые 30 минут. Во второй год 1050 монет каждые 20 минут. Смотрим, уменьшается количество монет за блок. Ну, тут уменьшается тайминг, то есть быстрее будем получать сам блок и быстрее будем получать монеты. Четвертый год 525
токенов будем получать за блок. Тайминг будет 15 минут. И через 8 лет 263 монеты будут за блок с таймингом 10 минут. Куда будут распределяться эти монеты? 50% для Panda Pulse. То есть, если вы регулярно приглашаете друзей, помогаете улучшить сообщество, на вас будут распределяться эти монеты. То есть, как бы половина будет распределяться на вас. 23%, если вы владеете токеном Panda в приложении. То есть, если вы обычный юзер, никого не приглашаете, на вас будет распределяться 485 монет. 12 будет процентов для владельца токена ферма. Это я в дальнейшем вам подробнее расскажу про это. И 15% будет уходить на развитие проекта. Чтобы вам получать токены, вам надо просто открыть свой кошелек, и каждые 30 минут туда будет приходить токены PPM. В следующем слайде опять представлена информация о преимуществах PanPanda насчет Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp. Ну, в принципе, ничего интересного. Перейдем к следующему слайду. PanPanda токен. Panda Pro, что приложение для зашифрованного сообщения. PanPost за зашифрованного файлов. Panda Meet за зашифрованного видеоконференции. То есть, еще раз повторяю, что у нас будут зашифрованные файлы, зашифрованные сообщения и видеоконференции. Также будет свой цифровой криптокошелек. В дальнейшем они хотят разработать видеоигры Pant Play насчет NFT площадок и кредитования DeFi, то есть децентрализованной финансовой системы. И самое главное, вы видите, что будут гифки и стикеры. Это здесь, ребята, самое важное. Panda продукты. Panda Application, приложение PanPanda. Они будут повторять, что он будет зашифрованной связи на военном уровне. Будет шифрование сообщения, видеозвонки и зашифрованные файлы. То есть никак вы ни файлы, ни сообщения, ни переписки, никак вы не найдете, не взломаете. На таком хорошем уровне не создают приложение. Функции Panda Application. Скрыть или удалить свой контент. Читать сообщения без ведома отправителя. Отправка больших файлов видео. То есть вы можете более 15-20 минут отправлять свои видеосообщения. Настройка общего доступа к файлам низкого, среднего, высокого качества. Стикеры и гифки будут. Все отлично. Panda Pro будет включать в себя функции Panda Application и VIP-услуги. Что посмотрим, перейдем на эти виды. Panda Post, то есть зашифрованные файлы. Какие они функции будут выполнять? Файл может быть открыт только предполагаемым получателем. Ну, вы, получается, скинули человеку, только он может открыть этот файл. Онлайн слежение и радар. Правила и условия принимаются при каждом открытии. Завершить функцию даже после отправки файла. Отсутствие заметок размера полезной нагрузки. Ну, тут они рассказывают про функции Panda Post, то есть зашифрованного файла. Они дальше продолжают нам рассказывать, какая у них крутая система шифрования. Очень круто. Тут Panda Post, часть 2, техническое обслуживание. Panda Meet. Тут они более подробно рассказывают о защите конфиденциальности видеозвонков и конференций. То есть видеоконференции могут участвовать до 25 пользователей, что выйдет собственное приложение для связи на iOS и Android. И это все будет только в начале 2022 года. Panda Meet часть 2. Тут тоже техническая часть представлена. Перейдем дальше. Panda Wallet. Panda Wallet – это децентрализованный протокол хранения, который придерживается принципа «один владелец, один ключ». То есть, чтобы вы понимали, ваши файлы будут только используются только для вас. Ну, одна из функций системы безопасности. То есть вы можете сразу увидеть, заметить,
как они рассказывают про свою систему безопасности. Ну, я не знаю, тут очень круто сделано. То есть я даже не помню, чтобы в проекте так много рассказывали о системе безопасности. Также это все будет в начале 2022 года. Ждем, так сказать. Но завтра вы можете получить от меня ссылочку реферальную, скачать это приложение Punk Panda и уже добывать криптовалюту. Все очень просто. Написать, загрузить и добывать. И в дальнейшем видео я буду рассказывать, как это делать. Я думаю, там ничего сложного, вы сами это можете сделать. Вам только надо дать реферальную ссылочку. На этом слайде они представляют продукт Panda Profit и Panda Play. Panda Profit. Что у них будет? Безопасный цифровой кошелек. DeFi-система, то есть децентрализованные финансы. Позволяет одалживать вашу криптовалюту. Получать прибыль от размещения своих панда токенов. Тут, скорее всего, они говорят про POS, то есть вы можете стейкать свои монеты PPM. Panda Play. Они хотят сделать продукт на основе NFT Panda Play, то есть игра ради заработка. Да, может, кто-то сейчас слышал, что сейчас NFT большую популярность в геймфайте, то есть кто-то, может, даже слышал про игру Axie Infinity, самая популярная, и вы можете играть и зарабатывать там деньги. Они хотят сделать то же самое. И говорят, что рынок NFT вырос до 2,5 миллиардов долларов в первой половине 2021 года. То есть это бешеные деньги. Мы также на своем YouTube-канале размещаем видео про геймфайт индустрии. Вы можете также посмотреть. Ну, что я думаю о этом проекте? Они хотят сделать, собрать все, что сейчас популярное. То есть это DeFi, NFT, блокчейн-разработка. И собрать это все в один проект. И, так сказать, своим проектом снести остальные проекты и разрушить. То есть это очень круто. Как бы держим кулачки за этот проект. Скорее всего, будем инвестировать туда. Так, перейдем дальше. Опять же, они концентрируют внимание WhatsApp. Они, наверное, хотят сделать такую же стратегию привлечения пользователей. Тут опять они говорят, что создан был в 2009 году, был продан Facebook за 19 миллиардов долларов. Сейчас используется в 100 странах. Количество пользователей 22,5 миллиарда человек. А в 2020 году ориентировочная выручка составила 5 миллиарда долларов. Так. Также они исследовали второй проект, P-Network. Кто-то, может, из вас слышал про этот проект P-Network. Могу рассказать, у меня на телефоне установлена эта программа. Также можете скачать ее на iOS или на Android. Что они делают? Они раздают криптовалюту за счет того, что ты приглашаешь своих друзей и также участвуешь. То есть там тоже стейкинг есть. Но чем отличается P-Network от Punk Panda? Сейчас самое главное скажу. Что P-Network обещает уже второй год вывести на биржу свою криптовалюту. И до сих пор они это обещают, 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 они выводят. А Punk Panda, вы уже сразу с реализацией приложения, продукта их, можете сразу уже продавать эти монеты. Вот отличается, чем стратегия. Также они исследование номер 3 провели на основе Dropbox. Я думаю, можете уже сами почитать. Информация есть. Или написать мне, я скину вам презентацию. Вы подробно можете изучить ее. Я так вкратце рассказываю самые важные моменты, которые мне запомнились и которые я хотел вам рассказать. Панк Панда, да, ну, также дорожная карта у них есть. Можете посмотреть, промежуток какого времени они хотят разработать свои продукты. Начинай пользоваться Панк Панда уже сегодня, то есть завтра. Вы можете мне написать, еще раз повторяю,
Я вам скину реферальную ссылку по этому проекту PanPanda, и вы уже начнете зарабатывать свою криптовалюту. Если вы даже не знаете, что такое криптовалюта, я вам скажу, что на сегодняшний день там 2,6 триллиона долларов капитализация криптовалюты на CoinMarketCap. То есть это очень много денег, поэтому сможете заработать и дальше уже куда-то инвестировать или просто вывести и потратить на свои бытовые какие-то дела. Что вам нужно? Скачать приложение, делиться друзьями этим приложением, что рассказать там Денис, Стас, там Гриша, привет, у меня есть такое приложение, и я, прикинь, получаю криптовалюту. Это круто. Попользуйся, сделай то же самое, скачай. И тебе не надо ничего инвестировать, и тебе не надо туда вкладываться. Просто скачай это приложение. И они тут рассказывают, что стань частью истории. Спасибо за просмотр данной презентации. Так что успевай, чем первее ты, как бы сказать, залетишь в этот проект, чем больше ты заработаешь. Я думаю, это логично. Это во всех проектах так всегда работает. Надо залетать в начало проекта. Спасибо за просмотр. Всего доброго.